Кирилл, с вами Софи, сегодня со мной. Кирилл Мару. Да, сегодня мы будем играть в Гаррис Мод и проходить хоррор-карту. Хоррор-карта называется Психушка. Ой. Так, надевайте наушники для... Надевайте для наушники для полного погружения. Кстати, Егор, я тебе... Чё? Ты пропадаешь. Чтобы по стелсу карту не проходил. Смотри туда. Ты не беги за ним, не беги, там скример будет. Пошли, пошли сюда. Иди сюда. Да мы эту комнату еще не посмотрели. Мы эту комнату еще не посмотрели. Иди сюда, я тебе расскажу. Зачем ты по стелсу проходишь? Достал. Он, короче, здесь встал, вот так вот побежал, споткнулся, упал и такой... Пошли эту комнату посмотрим. Там по-любому дальше скример. Опа. Вот он, мы его нашли. Стой. Нет, это не открывается, пошли. Так коробки убери, может, за коробку ничего. Да ничего там не будет, пошли. Ты слышал, что? Да не по стелсу, пожалуйста! Да ты заколебал. Надо не по стелсу проходить, понимаешь? Я нажал. Офигенно, вообще мы проходим хоррор-карт. Нормально. Очень страшно. В кавычках нет. И куда че? Дальше? Конец! Ура! Стой, подожди. Вот! Я нажал на тот счетчик и вот открыл. Да ёбаный. А да, опять баба какая-то. Ты слышал? Там крики. Я надеюсь, это слышно было. Пошли сюда. Нормально. Выходи. Опа-на. О. Что-то пока что скримеров нету. Подожди, тут опять какой-то счетчик. Это вот сейчас дверь открылась, да? Я открою. Давай. Где какая? Давай, выходи. Давай. Скример, блин. Я надеюсь, скример хорошо слышно. Звуки, типа зомби из Half-Life. Слышал? Ой, открывай. Там зомби, наверное. До свидания. Че там зомби? Да, да вот смотри, сам посмотри. Иди сюда. Вот смотри. Ю. Пошли, короче. Пошли. Иди сюда. Да вот, иди туда. Тут тоже есть что-то. Давай сюда. Нам надо, наверное, какой-нибудь ломик найти. Вот, нашел. Где? Тут два лома. Оттуда. А, вот все, я прошел. Возьми вот лом. А, вот. Все взял. Вот, тут три лома целых. О, смотри, тут какая-то вентиляция. Пошли их сначала убьем. С чем? Просто. А, ну туда, идите. Ну а зачем их тогда газорабочих? Давай, иди. Его там нет. Иди второго убивай. Иди ты. Я кого-то слышу. Это я. Я сейчас кто-то бежал. Пошли туда. Нэнс. Ёб! Здорово! Здорово! Сейчас подожди.
Я тут так-то не очень испугался, прихожу, ты орёшь, я такой, о, дорога! Блин, да, наверное, там скример не слышно. Я надеюсь, их слышно. Давай, иди. Проверь, что-нибудь за диваном там есть. Нормальный диван, хороший. Сидели 3 года. Да. Я нашел кирпич. Это кирпич наш, мы уже насрались. Понимаешь? Нет, там еще дальше проходы, давай сюда. Ведро. Холодильник и ванн. Почитай, холодильник и ванн. Вот, видишь, холодильник и ванн. Ибан. Ну, Ибан. Я все Иваном называю. Психушка. Почему тут так много всяких канализаций? Потому что мы искатели дырок. Ну пошли сюда. Кто тут жрал? Кто тут жрал? Пришли, сломали. О, арбуз. Компы. Да не, вон смотри. О, какой же древний компухтер. Смотри, во. Во. Смотри, это что еще? Пошли. Тут камеры что стоят. Ты? Тут камеры, Егор, иди сюда. Тут тупик. Стой, иди. Смотри туда. Там щель. Какая щель? Вон, посмотри. Самый к этому подойти. Вон, смотри, щель. А, да, вижу. И вон там стол какой-то стоит. Доработка. Давай. Можно не доработка. Ой, не доработка. Ты где? Первым. Да я пошел. Я обратно к этой недоработке пошел. А вот. Все, давай. Ты первый. Да я очкую сейчас опять на меня тут. А я уже очка. Я вообще буду, да, год. Я потому что уже. Я искатель дырок, я в дырке. Вон пошли, там где-то. Постоянно вылазили. Давай. Я уже очкую. Холодильник Иван. Куличко. Где-то дырка. А, вот, смотри, вот это что. Мы смотрели еще. Наша недоработка. А! Чувствительность большая, я думаю. Меня окружили шкафы. Давай. Да где эта дырка? Во мне дырка. Ну все, мы правильно идем. Прикинь, скрин. Я вот у Вангу. Я прям Ванга, там скример будет, мне так кажется. Залазь. Оно не залазит. Мы большие. Как ты залез? Тут подпрыгни на. Бля, Егор, нет, я стой, очкую. Иди назад, давай я первый пойду. Ты уже я ходил. Очкую. Я очкую, я уже. Все, идем. Иди туда, что там? Не хочу! Давай! Тут тоже такое. Ну давай сначала сюда. Ну да, это психушка, видно. Блин, да, психушка. К стоматологу пришли. О, клавиатура. Да. Пошли дальше. Получим. Канализация не лазит. По дырку. Что это такое? Это твой фонарик тут летает? Два унитаза. На какой себя поставишь? На какой?
твою мать, поставь. И чё, всё? Конец как-то? Не может быть. Ну, так тоже. Ну, так-то тут есть такая чё. На этом закончится. Там же в конце чему должно быть тебе. Должно быть написано, например, вторая часть. Ибо мы такие давно не можем. Ты куда ушел? Я тут ушел. Мы оттуда пришли. Ну, здесь, кстати. Мы здесь не все закрыто. А мы здесь не были. А, нет, мы отсюда и пришли. Валера. О, он вернулся! Ой. Вот это! Он вернулся! Он вот сюда улетел и вернулся. Может здесь что-то? Что, реально конец? Навряд ли. Не думаю. Это, блин, должно быть что-то. Как бы. Вот отсюда мы пришли. Чё, может быть что? Этот... А где логики? Но... Я тоже исчез. Смотри, ноуклип работает. Ноуклип работает, смотри. Тут даже правило... Карта значит говнище. Да. Смотри, ноуклип-то работает, но... Писано. Типа... Вот, я нашел какую-то комнату тут. Ты где? Ты где тут будешь? Я понял. Чё? Да. Это стоматолог. Да, есть продолжение. А, вот, да. Куда ты пошёл уже? Сломал он тут уже. Всё, давай дальше летать. Дай вам сюда попасть. Тут должно быть какой-то. Не знаю. Да, вот тут еще есть. Вот здесь лифт есть. Ну сейчас просто. Ну просто лохи, понимаешь? И как нам сюда нормально? Вот я вообще какой-то проведу. Ну просто понимаю. А, ну лифт прозрачный, наверное. Вот, ну здесь. Я обожаю карты. Без правил, без ничего. Ну короче, ребята, мы вернемся через раз-два-три, когда поймем, куда что идти. Привет. Так, короче, мы, ребят, посмотрели. А, сука, нажал остановить. Да, так, короче, эта штука открылась. Мы ее подолбили, короче, здесь, она открылась. Так. Так, закрою. Чё это такое? Сейчас какой-то скример, вот здесь будет скример. Я в лифте. Иди туда. Пошла в лифте. Еще вот эта вот херня, эффект да. Да, эффект тупой. Я с этим эффектом вообще. За прям колет сейчас. Вообще ничего не видно. Окей, пожалуйста. Да, это ломается по-любому. Блин, с этим вот это. Почему? Ну, стой, назад. Вот тут тоже.
Ты же, да? Давай, я первый. Десантник. Первая часть, конец. Ребята, наверное, на этом можно закончить. Первую часть мы прошли. Конечно, не везде побывали. Но ничего, зато прошли. Всем до свидания, всем пока. С вами был Стаффи и... Берем нормал. И да, если наберется... Ты пропал. Сколько они должны набрать? Давай 5 лайков. Окей, наберется 5 лайков, выйдет продолжение. Выйдет продолжение. Всем до свидания, всем пока. С вами были мы. И до новых встреч.